Партнер программы Goal Plus Pass – Hooligans Barbershop. Привет любителям хоккея! В эфире очередной выпуск программы Goal Plus Pass. Сегодня вы увидите обзор третьего матча серии «Авангард» Салават Юлаев. Две игры в Омске показали, что в этой паре сражаются равные соперники, причем равные по всем параметрам. И вратари, и защитники, и нападающие по статистике продемонстрировали практически одинаковые показатели. И тем самым эта серия становится еще краше. Нет явного фаворита, и нервишки пока особо не шалят у игроков, чтобы можно было сделать какие-то прогнозы. Несмотря на жалобы болельщиков на высокую стоимость билетов, Уфа-арена забилась до отказа. Уфимцы успели соскучиться по хоккею после зеленого дерби. И юлаевцы свою поддержку не расстроили. Единственную шайбу в первом периоде забросил Иван Вишневский. Линус Умарк обокрал соперника у синей линии и сделал ювелирную передачу на защитника Салавата Юлаева. Вишневский забивает уже второй гол в этой серии, а Умарк набрал 11 очко по системе «Гол плюс пас» и продолжает возглавлять список бомбардиров Кубка Гагарина. В середине второго периода Тиему Хартикайнен забросил вторую шайбу в ворота Доминика Фурха. Для финского нападающего Салавата Юлаева этот гол стал четвертым в этом плей-офф. Затем в третьем периоде произошел очень неприятный момент. Защитник юлаевцев Денис Бодров неудачно исполнил силовой прием и повредил ногу. Никто из игроков и тренерского штаба не сказал, что конкретно с Денисом, но игрок явно получил серьезную травму. Поэтому пожелаем Бодрову скорейшего выздоровления и возвращения на лед. После этого момента игра в корне изменилась. Увеличилось количество стычек и силовых приемов, игра приняла жесткий характер, и это оказалось на руку «Авангарду». На 6-й минуте третьей 20-минутки амичи сократили отставание в счете благодаря точному броску Николая Лемтюгова. Ну а дальше все как обычно. Проигрывающие сняли вратаря в конце матча, но так и не создав опасности у ворот хозяев, пропустили третью шайбу. Сами Лепестов в средней зоне перехватил шайбу, спокойно вошел в зону соперника и поразил пустые ворота гостей. 3-1, победа Салавата Юлаева. Играли все 60 минут, бились до конца. Здорово сыграли в обороне, здорово сыграл вратарь. Хороший результат. Это была хорошая игра. Мы достаточно усердно провели весь матч. И несмотря на напряженную концовку, мы смогли одержать победу. С нашей стороны было допущено слишком много индивидуальных ошибок. Нас просто не наказали. Игра была очень сложной. Мне кажется, что наши парни начинают лучше понимать систему игры «Авангарда». Там очень сильные нападающие, которые индивидуально могут обыгрывать несколько игроков и создавать опасные моменты. Третий период получился очень жестким. Ну, в целом, плей-оффская игра так и должна быть. Сегодня благодарю очень болельщиков, потому что такая поддержка, безусловно, помогла парням выстоять в таком нелегком поединке. Друзья, Салават Юлаев одержал победу в третьем матче и повел в серии 2-1. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Смотрите хоккей на ЮТВ.